Вот, это под моим окном. Герань цветет вовсю. Розы тоже, но в такую жару они за один день высыхают. Хоста потрет. Тоже хорошо растет. Практически новые листики один за одним идут. Вот эта хоста, которую купила на базаре, кто-то до нее добрался и ее жует. Надо срочно покупать средства от этих, как они называются, улитки, не улитки, слизни. Эта хоста маленькая, Fire and Ice, выпустила второй лист и такая же дохлая, как в прошлом году, не растет. Так, астильба хорошо растет. Принялась вторая, как-то не очень. Третья тоже маленькая, но ничего. Голубая хосточка выпустила еще новый листик. Тут между ними сейчас бархатцы взошли. Эта розочка цветет. Эти голубые заячьи ушки хоста. Это хорошо, а та как-то не очень. Ладно, это моя спирея зацвела в этом году. А вот, наконец, лилии раскрыли. Три лилии раскрылись, красавицы. Так, эта маленькая розочка цветет. А это у меня большая моя, моя ароматная. Прямо в окно. Вот мое окно. И вот она прямо в окно мне и смотрит. Пахнет, как духи, болгарская роза настоящая. Так, эта лилия что творит? Пока не... Ага. Два бутончика созревают. Еще там вроде бы. Кто там прячется? Да. Еще бутончик прячется. И еще бутончик. Замечательно. По картинке она была очень красивая. Так, эта маленькая розочка, я пересадила ее весной. А, зелененькая, но не цветет, не надо. Это моя хосточка-гигант. First Frost, первые заморозки. Тоже кто-то ее начал грызть. Так, эти розы пересаженные. Пока не очень, но приживутся. Вот хоста, зеленые листики. Тоже хорошо себя чувствует, растет. А вот моя красавица спирея. Как она называется? Спирея Криспа. Вот она, красавица. Ой, красавица. Так я ее люблю. Ну, рядом герань начинает цвести. Ну, так выглядит мой маленький цветничок у меня под окном. Это куст огромный, вот этот вот. Это будлея синяя. Она цветет такими длинными метелками. Запах, как у сирени.